участник, лауреат конкурса «Золотой голос России», обладатель гран-при на конкурсе молодых исполнителей «Радуга» в городе Ярославле, лауреат конкурса «Живи, мать Россия» в городе Угличе, первое место на конкурсах «Звезды среди нас», серебряная нотка, веселая, яркая, жизнерадостная Светлана Горохова. Привет, уважаемые дамы и господа, я хочу встретить вас песней Лара Фабиана «Адажо». Попрошу, поддержите меня, пожалуйста, аплодисменты. Спасибо.